Всем привет! Сегодня очередной мой выезд на рыбалочку. Вот он, я. Вот мой карп на фиолетовых точкиных танках. В этот раз решили выехать на канал. Канал, забыл как называется. Вот. Ну, довольно крупный. Сильное течение. Приехали где-то час назад, сели порыбачить, а что там попали на место, поэтому нас поклевки не видали. И сегодня, 4 декабря, идет дождь. Я в шоке, я вот весь мокрый от этого дождя. Решили, короче, на другое место перейти. Попробуем там порыбачить. Если что получится, поснимаю. Ну, судя по всему, здесь люди рыбачили, потому что вымок много достаточно. Сколько будет из-за этого дождя? Надеюсь, меня слышно. Кстати, опять взял только маленькую камеру. Вот, не знаю. Ну, если не будет слышно, наложу музыку. Как гулял по каналу. Вон тут лед местами прям горбом стоит. Это сильное течение ломало. Снова замерзало, снова ломало. Ну, вообще здесь еще по рассказам крупный подъязок, окунь, щука, налим. Нашли сейчас там штук 5 подобий жерлиц в лед, замерзшие. Попробовал их выковырять, но не получилось. Вон тут какая-то бутылка. Ну, видно, что люди рыбачат, люди пытаются ловить. Раньше до этого 2 раза ездили на Сосыколь. Первый раз я видео выкладывал, второй раз снимал, но был сильный ветер, толком ничего и не поймали, ничего из видео и не получилось. Поэтому даже не стал монтировать. Может быть, как-нибудь сделаю, типа, неудачная рыбалка на озере Сосыколь. Так, тут вот лунки, вышел на воду. Ну, как-то так. Ладно, болтологию пока больше снимать не буду. Если что найду, еще потом поснимаю, покажу. И не лень же кому-то с тобой на рыбалку. Совсем не лень. Табуретки таскать. Все их бросили. Хороший стул! Офигенный! Правда, срок уже. А? Эй, девятка! Табуреточка! Как-то решили здесь порыбачить. Вон там. Это место искали, проверенное вроде место. Там этот. Там памятник, там дерево. Как там это? Сильный вискарь. Куда-то убежал. Что делаешь? Ну тут лунок набурено нормально. Не зря маслотечение послабже. Карман. Thank you.
сегодняшний курс. Держи. Итог моей рыбалки, его пол ведерка ерша. А ехали сюда 60 километров. Потратились минимум на бензин. Ладно, себестоимость этого ерша страшно представить. Ну все, сейчас собираю палатку. Я домой.
На этом вся моя рыбалка сегодняшняя закончилась. В принципе, интересно. Первый раз здесь, это получается река Нура. Вот. Ну, всем пока. Всего удачных рыбалок.